Москве после спектакля ты сразу едешь домой. Так, отработал. Даже в глаза друг другу посмотреть некогда. Пока-пока. На гастролях все иначе. Праздник только начинается. Впереди время принятия алкоголя. Это часть нашей профессии. Привет. Еще вот так вот, ногами вдоль. Это же верх цинизма. Тебе по барабану зрители, по барабану партнеры. Я что хочу на сцене, то и делаю. Алло, да я тут Мухозранский, Делаков, ключевой молоко любви произношу. И все мое, это мой город. Ребята, этот город наш. Что это, Алик? Это из интим-магазина, символ власти. Что вы стоите, пристрелите его! Мы же пошли в клуб тестить жесткий дансинг. Хотели найти себе друзей. Это он друзей, я подружек. Выпили по одной, по второй, оглянулись вокруг, друзей нет. И не будет вокруг орки, ребята. Вы вообще задумывались, кто мы? Откуда мы? И зачем? Мы гастарбайтеры из Москвы. За баблом. Где мы? Стоим в поле. Недалеко от чего? Я не знаю, чего недалеко. Тут, наверное, все далеко. Бюджет 30 миллионов. Это то, что сейчас нужно. Патриотическое полотно плюс жесть военная, плюс Бондарчук. Я вам отвечаю, рядовой Райан отдохнет. Вы вольны. Распоряжаться. Простите, вы Альберт Синцицкий? И я Альберт. Давайте, девочки, на чем расписаться? Вы паспорт в туалете потеряли.